Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на третьем этапе шоу талантов. И сегодня у нас будут новые, очень интересные участники, но чуть позже. А сейчас давайте встретим бурными аплодисментами тех, кто прошел в третий этап. Это Биба и Боба! Расслабьтесь, это всего лишь была шутка от ведущего. Ваня, Андрей, выходите! Они офигели! Я не пойду! Я не пойду! Есть идея! Ребята, скорее, мы вас ждем! Наконец-то встречаем бурными аплодисментами! Итак, ребята, какие номера вы приготовили для нас сегодня? Уважаемые жюри, скажите все вместе букву У! 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 Пошли в пи***! А ну, идите сюда! Щеглы малолетние! Я вынужден прерваться на рекламную паузу. Вырубай. Бежим, Ванчик! В очке, Ванчик! Бежим, Андрюха! Свиное ухо! Мы вас мигом, манером научим! Доставьте вы их в покое! Давайте знакомиться со следующими участниками! Выходите, козлы мелкие! А здравствуйте! 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 Спустите! Помогите! Ты на конкурс! На конкурс! Сейчас, погоди! Мы другим участникам кредиты дадим! И тобой займемся! Давайте, а я пока интервью у нового участника возьму. А вы знаете, я передумал участвовать! Как это передумал? А ну стоять! Спасите! Спасите! Стой, говорю! Ёлки-палки, штаны наши засранки! Открывайте по-хорошему! Нет! Нет! Не надо! Ты зачем убегал? А вы зачем догоняли? Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Вова. И кто ты, Вова? Любитель плова. Ты любишь плов? Я пловец и могу задерживать дыхание под водой на 3 минуты. Ого, круто! Такого участника у нас еще не было. Здесь как раз комната ожидания. Жди своей очереди, я тебя позову. А где я буду показывать номер? На улице, в луже. А ты что, бассейн с собой не принес? Да я шучу. А я смеюсь. Иди, выкопай его пока, время еще есть. Ха! Да ладно, шучу. Это опять была шутка от ведущего. Ха! Есть у нас бассейн. Вон за той дверью. Да разве это бассейн? Это так, ванночка. А ну-ка, выруби камеру. А зачем? Сам ты ванночка. Привет, бро, у тебя есть ровно 5 секунд. Подпишись на канал, нажми на колокольчик и поставь лайкосик. Нам будет приятно, а тебе полезно. Ванночка, у тебя дома. Это маленький, но бассейн. Вы вообще еб***ли, я твою мамку еб***ли. Кто меня вспоминает? Пойдем отсюда, пусть он готовится. Ванночка, блин. Опа, я думаю, что у нас так светло стало? Это два прожектора светит. Очень смешно. Здравствуйте, а шоу талантов здесь проходит? Здесь. А вы кто? Робин Гуд. Вы хорошо стреляете из лука? Сам ты, сука. Я забыл вам сказать, у меня проблемы со слухом. Тогда все понятно. Более чем. Я не под чем. Трезвый, как стеклышко. Я предлагаю приступить к конкурсу, и начнем мы с Робин Гуда. Поддержите нового участника. Спасибо, каждому члену жюри по бутылке. Вот это я понимаю, сразу 5 баллов. Спыть нас хочешь? Саша. Вообще-то это можно расценивать как подкуп жюри. Я не голоден, спасибо. Кидайте по очереди бутылки, а я попаду в них из лука. А может палки? Можно и скалки, мне без разницы во что попадать. Вот же меткий, су! Я предлагаю начинать. Поехали. Шалить! Офигеть! Осталась последняя бутылка. Да это! Дорогой Робин, это было круто. Спасибо тебе за выступление. Не хочу варенье. Пока жюри оценивает тебя, проходи в комнату ожидания. Как? До свидания. Ты меня уже достал. Иди в комнату ожидания. А, так бы сразу и сказал. Глухой, блин. А я пока приглашаю следующего участника, Вову, и он пловец. Пловец? Вова! Сами сюда идите и меня судите. А ну погнали, посмотрим. Погнали! Уважаемые жюри, для оценки следующего участника нам нужно пройти в комнату с бассейном. Да, без проблем.
Ну, пойдемте, посмотрим. О, здорово! И вам не хворать! Ты вова не любишь нырять? Я вова, я молодец. Могу под водой дыхание на больше, чем 3 минуты задержать. Круто! А вот и наш новый участник, Вова! Всем здорово! Ну давай, Вовчик, удивляй! Будет что-то новое! Ага! Для уважаемых жюри я объясню, он может находиться под водой более 3 минут! Ошалеть! Человек, амфибия! Засекайте время, я погружаюсь под воду! Так, время пошло, Вова, погружайся! А прикинь, он не всплывет! Ты что такое меришь? Да простит меня Бог! Смотри, у него пузыри из жопы идут! Хочу напомнить нашим зрителям, что участник Вова находится под водой уже 30 секунд. Вова, с тобой все в порядке? Ну точно, у него жабры есть! Слушай, а ты чем удивлять жюри будешь? Есть у меня пару идей, но я тебе опять не скажу. А ты чем? Фокусами! Фокусами! Опять фокусы? Они новые! Напоминаю, Вова находится под водой уже целых 2 минуты. Вова, все в порядке? И как мы видим, с ним все в порядке. Объем его легких просто поражает. Он молодец. Да, спортсмен, я 10 секунд не выдержу. Куда нам? Алкашам. Вова, с тобой все хорошо? Вова, Вова! Доставай его! А почему я? А кто? Я! Да чё вы стоите, мужики, блин! О, кажись, Вован приплыл! Как приплыл? Дыши, 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 давай! Чёрт, надо делать искусственное дыхание! Маша, ты совсем охренела? Незнакомого мужика засасываешь! Выйди и не смотри, она ему жизнь спасает, ревнивый ты наш! Ну давай же, парень, давай! Помянем! Живой! Слава Богу! Ура! Дорогие зрители, только что Вове спасли жизнь в прямом эфире, прямо на наших с вами глазах! Как же я переживала! Фух! Ой! Помер! Живой! Фу, Маша, с тобой мы потом поговорим! Принеси ему сухую одежду, поговорит он! Спасибо вам за спасение! Ну и как оценивать это выступление? Я сам уйду, не надо меня дисквалифицировать! Хочу сказать, что это решение настоящего мужчины. Еще сухую одежду ему принеси, я че, блин, девушка на побегушках! Когда это у нас тут стена успела появиться? А я на конкурс пришел! Где-то я уже тебя видел! А я раньше приходил, но вы меня выгнали! А еще сейчас пришел! Думаешь, не выгоним? Я поставлю рекорд Гиннесса! Ну тогда жди, жюри скоро придут! И чем ты хочешь нас удивить в этот раз, спортсмен? Я подниму такой вес, что никто ни в мире поднять не может! Ой, давай, не звезди тут нам! Во-во! И сколько это? Здесь! 1000 килограмм, другими словами, грамм или литров. Да это нереально, не может человек столько поднять. Подтверждаю. Если вы не сможете этого сделать, это не значит, что никто не сможет. Да. Участник, ты готов? Да. Точно готов? Да. Любишь глистов? Да. Я сейчас вас тут переломаю.